И всем привет, меня Александр Сычков. В данном видеоролике сегодня мы будем показывать вообще установка всех данных обратно на телефон. Точнее, я все данные удалил с телефона, со своего. Сейчас мы будем все это делать. Итак, в чем прикол? У нас почему-то здесь включен интернет. Это довольно-таки странно. Ладно, это не важно пока что, я думаю. Так, язык. Видно то, что русский. Надеюсь, мне там во время записи не дофига интернета уйдет. Я не знаю. Так, подключение. Сразу подключаемся к Wi-Fi. Я вам пароль палить не буду. Сейчас я вам скажу. Так. Так. Сейчас все будет, попробуем сейчас все сделать. Подключаемся к Wi-Fi к любому пока что. Так, неверный пароль, странно. Почему-то. Подождите. Вот сейчас должен быть нормальный пароль. Я подключаюсь к Билайну роутеру, а именно к Wireless Net. И у меня почему-то не тот пароль. Сейчас, секундочку. Итак, вот третья попытка ввода пароля. Сюда забиваем сюда пароль. Значит, забили мы пароль, нажимаем войти, подключение, видно то, что идет подключение. Вот там есть. Итак. Пока у нас там все подключается, все работает, я думаю, все будет нормально. Так, нажимаем далее. Так, условия подключения у нас тут идет дальше. Мы все это принимаем. Вот так. Как принято. Проверка подключения. Я не знаю, что это и зачем это нужно. Да, у меня отключился интернет, заметно. То, что был 3G написано, теперь просто Wi-Fi. Так, ладно. Так, есть кнопка пропустить. Я не знаю, что это, сейчас проверим. Можно нажать пропустить. А, уже нельзя. Так, написано, может занять до 2 минут. Так, обновление программного обеспечения дальше пошло. Вот, теперь у меня тут есть работа какая-то. Вот, теперь изменилась. Проверка какая-то идет. Вот так, наверное, будет вам все видно. Хорошо. Так, начинается дальше какая-то хрень с экраном, если честно. Я не знаю, как ее объяснить. Вот. Ну, в общем, погас телефон. Вот. Окей, добавить аккаунт Google. Что мы с этим делаем? Мы здесь пишем, можно создать новый, а можно просто пропустить. Я сейчас напишу свой Google, которым я пользуюсь уже давно, чтобы вы видели. Так, сейчас я введу, чтобы вы там, ну, не видели, что я там ввожу что-то. Вы просто будете видеть. Так, сейчас попробую войти. Если войдется, то это даже будет очень круто. Так, написано, значит, добавление аккаунта. Войдите, и там написано подождите пароль. Теперь забиваем сюда свой пароль. В пароль пишем, сейчас скажу, что создаем, в общем, аккаунт. Сейчас забиваем сюда пароль. Так, далее. Я не знаю, пароль правильный, неправильный, потому что я давно с этого аккаунта не сижу.
Так, пароль неверный. Значит, сейчас скажу, какой пароль. Так. Попробуем сейчас этот пароль, я не знаю, получится, нет. Думаю, должно получиться. Что-то грузится долго. Подключаемся. Сейчас, когда подключимся, я дальше вам объясню, что делать. Так, то есть мы вошли в систему, как бы, наверное. Вот, все. Тут написано, выполняется вход, принять. Принимайте условия, я вам не показываю, потому что там написан мой... вот здесь. Ну, короче, на синем фоне написан мой адрес почты. Ну, поэтому я его палить не буду, так что ладно. Так. Пока что загрузка идет, ладно? Так. Потом нажимаете кнопку принять, когда у вас все это получится. Так. Ну. Тут у меня все, потому что слетело, все, что я настраивал. Так, все. А что-то пошло не так. Повторите попытку. Нажимаем далее. И теперь вот, я не знаю, шик, можно вообще штуку брать? Нет. 74%, я не знаю, получится, нет. Что мне делать? Я не знаю, так. Что-то залагало у меня, я не знаю, как это сделать. Не знаю, как войти. Сколько вот я думал, я не знаю, как войти. Что-то пошло не так. Повторите попытку. Все, на этом все закончилось, наверное. Или я не знаю, на чем это все закончилось. Вот. А, мы вернулись обратно к нас. А, вот все подключено. Опять к Wi-Fi почему-то вернулись. Так, условия. Принять. Принимайте до 2 минут подключения у вас. Так, обновление программного обеспечения. Сейчас у нас все обновится опять. Зачем опять, я не знаю. Так, дальше проверка. В проверке, значит, ждем проверку, пока что будет. Сейчас, вот, все, добавите опять аккаунт Google. Еще. Так, можно пропустить, пропускаем. Нажимаем кнопку пропустить, пропустить. Вот, написано. То есть я потом авторизуюсь, попробую. Так, смартфон использует ваше имя для персонализации какой-то штуки. Ладно, имя, фамилия надо ввести. Здесь я, наверное, палиться никак не буду. Так, потому что вы и так знаете, как меня зовут. Поэтому. Так, сейчас проверим. Все, я все ввел, нажимаем далее. Так, настроить блокировку экрана. Я не знаю, зачем это защитить телефон, это надо пропустить. Мне это не нужно. Защита телефона, сервисы Google. Так, это мне не нужно, далее нажимаем. Так, в процессе, идет процесс. Так, учетная запись Samsung обеспечивает безопасность вашего устройства. Создать учетную запись, пропустить, нажимаем. Так, пропустить. Это мне не нужно. Настройка завершена. Нажимаем готово. Нажимаем вот. И мы входим в свой телефон уже, да. Ярко здесь не настроено, все не настроено. Вот, все слетело. Опять телефон у вас есть, как бы. Так, теперь у вас есть смс-ка. Тут написано, типа. Так. Что-то с интернетом там. Я не знаю зачем. Вот, отключаем мобильные данные. Так, извиняюсь, сейчас проверю кое-что. Ну, просто надо кое-что проверить. Так, проверяем в телефоне кое-какую штуку. Так. Окей. Можно вообще отключить интернет.
Так. Настройка. Нажимаем сразу настройки. Дальше заходим в настройки, я не знаю чего сначала. Настройки, наверное. Сейчас посмотрим чего. Настройки экрана. Где у нас? Не знаю где. Были только что здесь где-то. Сейчас не знаю где. Короче, похрен, пусть будет обои. Нет, нет, не обои. Так. Учетные записи, экран блокировки и защиты. Найти телефон. Нет, это назад. Так. Здесь. Дисплей. Вот, дисплей. Нажимаем. А, кстати, да, что я туплю? У нас здесь есть своя эта штука. Так, ставим на самую минимальную. Телефон. Вот. Вот так как-то. Режим на улицу не надо, тайм-аут не надо. Режим экрана нажимаем. В режиме экрана адаптивный меняем на есть основной, а есть адаптированный дисплей. Здесь тоже можно поменять, как хотите вы. Я не знаю, я хочу адаптированный. Мне так нравится. Так, шрифты можно здесь поменять. Ну хотя, что я вам учу, у вас, наверное, тоже есть такой же телефон. Так, дальше что? Значит, что? Значит, здесь. Здесь, значит, приложение нажимаем. Можно посмотреть приложение по умолчанию. Есть, значит, подарки от Samsung, Galaxy Apps и Касперский Security. Так. Стандартные, здесь смотрим, у нас что-то есть. И есть Play Store. Так, значит, теперь берем вот эту штуку нашу. То есть наш рабочий стол, у нас он один. Можно сделать там намного дофига. Нажимаем, просто удерживаем клавишу. Теперь берем вот эти вот штуки, которые находятся на ней, вот. И берем их и удаляем. Даже вот, раз на кнопку удалить. Дальше. Берем вот эту, удаляем, берем камеру, сейчас извиняюсь, так, да, и кнопку удалить. Берем Play Store и удаляем его. Берем эту штуку, тоже удаляем. Так, вот у нас чистый уже рабочий стол, но у нас оставляется добавить город. Добавляем город, тут геоданные, и место Санкт-Петербург сейчас будет. Местоположение, Миша ищет. Мое местоположение, я вам палить не буду. Именно улицу какую там. Там что-то. Нажимаем настройки. Здесь нажимаем. Вот, Санкт-Петербург. Санкт-Петербург, загрузка, вот она. Так, нажимаем на Санкт-Петербург. Загрузка у нас идет нашего города. Вот и все, мы все настроили. Теперь у нас есть погода, у нас есть все, все, что нам нужно в телефоне. Здесь что еще можно поменять? Здесь можно половину удалить, то, что не нужно. Например, нам не нужно всякий такой мусор типа у банка, то есть отключаем его, он нам не нужен. Дальше идем. Подарки удаляем. Подарки от Samsung нам не нужны. Security. И еще магазин. Включаем. Включаем Facebook. И у нас остается только вот такое. Но есть такая проблема. У нас остается очень дофига здесь иконок, и нам надо их куда-то разместить. Создавать здесь можно сразу вот это изменять. И сюда добавлять какие-то такие штуки. Можно здесь удалить все, что захотите. Можно удалить любой здесь объект. Просто нажимать на минусики. Все, я вам все объяснил. Вот и все. Вот так вот. В общем, если вам понравился данный видеоролик, обязательно поставьте вот этот вот палец, потому что, смотрите, если вы вот так вот поставите, то очень даже будет круто. Ну что ж,
Ребят, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Нубас. Пишите комментарии под видео. И всем удачи, и всем пока.